Всем привет! Меня зовут Гаухар. Я вначале посетила мастер-класс по подготовке к IELTS и вышла с него такой заряженной и уже записалась на тренинг «Как самостоятельно подготовиться к IELTS 7.0». Так вот, семинар длился 2 дня. Первый день мы досконально разбирали уже каждую из секций. Первый был listening, потом reading. На listening мы уже учились, как угадывать ответы, какое слово, например, существительное или прилагательное и все такое. А на reading уже как увеличить словарный запас, как разбирать текст и находить true, false, not given и все такое. На второй день мы уже написали уже writing и следующие 2 секции writing и speaking. На writing мы попробовали написать эссе, и уже на практике, получается, акцент делался на практику, а не на теорию. Мне это очень понравилось. Следующая последняя секция была speaking. Был speaking. Мы здесь уже говорили о том, какие слова нужно использовать, идиомы, например, и как себя вести, из каких частей состоит speaking и все такое. Но я очень для себя многое узнала, и после тренинга я поняла, что сдать IELTS на 7.0 — это вполне реально, нужно просто готовиться и приложить все усилия.